Ну что, друзья, как же без путешествий? И в этот раз мы отправляемся в Альметьевск, в котором мы были в туре. Но в этот раз у нас цель только Альметьевск на один день. Завтра же обратно возвращаемся, выступаем на шоу на Дне нефтяника. Вот мы с этим гастером вдвоем едем. Ну и там еще целая куча народу. Едет с нами также куча бэмеров. Со мной роллер один, кстати, который приехал недавно в Казань. Самокатеры. И вот, так сказать, три дисциплины. Мы в мини-рампе. Надеюсь, будет все очень круто. Плюс там одна затеечка есть. Если она воплотится в жизнь, и мы что-нибудь заснимем там. Не буду палить сразу контору, то что и как это будет выглядеть. Все увидите. Оставайтесь, мы едем. Так, все остановились на писсуар. Как тебе дорога? Нормально. Проходит, я спал. Как тебе едется? Едется вполне себе. Едем вперед. Вперед? В Альметьевск. Короче, осталось ехать час. 10 минут, если верить навигатору. Вот. Сзади нас, ну, как обычно, без этого никуда не. Но что поделать? Выживаем. Да? Получается, что так. В общем, пригнали в лагерь. Сейчас у нас обед. И валим сразу обратно на репетицию. Тяжко. Зато здесь лес. Так, ну что, мы заселились в день в туалете. Что хочу сказать, здесь офигеть. Что за подоконник? Мрамор. Можно поскользить быть вечером. Так, балкончик. С надписью лох. Все дела. Ну что, заселились? Мы теперь без интернета, живем в лесах. Но здесь очень крутой свежий воздух. Сейчас поужинаем и валим на репетицию. Будем катать. Надеюсь, сможем вырваться на парк, в котором мы были в туре с Урам парком. И там прокатимся немножко. Потому что там я так и не заснял большую часть линий своих. Но надеюсь, это получится исправить. Все документируем. Ой, я уж поперхнуть не успел. Я заплакал от счастья, видишь. Как тебе обед? Да кайф тебе. Плотненько. Данил, давай ешь, когда ты что-то поешь, по-моему вкусно. Олень. Батарейка тоже крутая. Я живу с таким же. Ладно. Понятно. Ну, неплохо. Я поел, мне живот крутит, вообще я не могу. Ты смирись с этим? Идем, у нас своя коробка, да, пока в наших сыре у нас своя будет. Это просто мясо. Короче, вот эта сцена. Вот это наша рампа. Это просто трэш. А ну-ка, это просто. Да. Дико. Блин. Сильно. На ней, кстати, если обратили внимание, нету забора ограждений. Хотя я надеюсь, это железо в ней. Это оно и будет. Как тебя данный оркестр?
Отличное исполнение у райдеров. Обзор на велосипеды. Кофры с площади. Срочно. Начинается репетиция, а нам еще ничего не приготовят. Мы ждем. Да, мы еще ждем, когда нам все приготовят. Самый стиль, блин, не знаю, слышно или нет, что нам даже трюки сказали делать не надо. Просто можете даже стоять. Мы для массовки. Мы все ждем, стоим. В ожидании. Они уже поехали? Просто поменялись местами. Множество на нерцевом рынке. Среди приоритетов сервисного блока компании качество. Стандартизация процесса привода скважины, конечно же, экологически. Ну что, все как всегда деревянница, в общем мы не раскатывались, фигуры стоят, вот они, на них сказали некому даже убрать в данный момент канаты от канатоходцев. Ну и плюс нет света, мы в темноте не катаем, поэтому мы валим в парк, завтра с утра раскатаемся и сразу шоу. Мы, как сказали профессионалы, значит нам не нужна репетиция. Все как всегда. Все, валим в парк. Едем. Вот он, гангстер со мной. Все остальные поесть и присоединяться уже там в парк. Так, ну что мы? Снова вернулись в этот парк. Что-то готов? Да. Я, наверное, готов. Почему не знаю, но точно уверен, что да. Давай, кидаем. Кидаем сейчас, короче, защитку. Ой, защитку ты одеваешь. Кидаем шматье и что-нибудь покидаем, да, с тобой? Да. Давай, будет. Только сейчас. Что-нибудь будет обязательно. Хорошо. Я, наверное, извиняюсь, потому что сейчас, наверное, на кадре будут вот такого типа. Потому что нам в данный момент нужен Инстаграм, Ютуб и так далее. Ну, типа, на... Короче, на короткие видео, поэтому, если что, это такие кадры, я извиняюсь заранее. Блять, вообще учится. Что, мы катаемся. Карим, всех вез, смотри. Пока Карим наказывает мест, мы решили приспособить точно такой же шарик и попробовать на нем трючки. Сейчас я первый, ну а ты следующий.
Ну что, давай трюк на шарик. Подписывайтесь, поставьте лайк. Дома я взял, подрезал. Эпично, конечно, было, ладно. Чиркнул, так сказать, чиркнул. Молясь, чиркнул, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там и лицо можно так в поп-шар трясать. Сейчас лучше. Банда в сборе. Короче, он уехал. А что, немного стрита? Стрита? А это кто? Это Вася Пупкин. Вот не надо его. Тогда просто подскользим по трубу. Да, давай. Хорошо. Едем, конечно. Так, ну что, мы приехали обратно в наше жилище. Сейчас укладываемся спать, мы поужинали. Ну а завтра в 6 утра подъем, завтрак, на репетицию. В этот раз нормальную репетицию, должны вроде бы мы даже покататься. Ну и само мероприятие, после чего мы отправимся обратно в освоясь в Казань. Ну а сейчас спать. Ну что, друзья, всем доброе утро. Нифига вчера не снял, короче. Вот, я вам покажу эту линию. Мы здесь снимали миллион попыток. Но тот воин пытался добрать. Решил повидать себя, так сказать, сити. Сделать из себя стритера. Стал создать линию. Вроде отсняли. Сегодня вот идем на завтрак. Ужасно холод. Поэтому не знаю, о чем говорю. Но тут реально мороз. Сейчас позавтракаем и отправляемся на репетицию. Ну, затем шоу, как я и говорил. Но сейчас поедем. И не замерзнет. В общем, сейчас будет у нас репетиция. Нас кое-как пропустили, мы перелезли через главный вход, вот отсюда в середине. Ну а сейчас здесь. День нефтяника, не Новый год, не 8 марта, это день нефтяника, вы где-нибудь вообще такое видели? И это только начало! Снимаю разминку, потому что, мне кажется, во время шоу мы будем сидеть где-нибудь вон там вот. И мы точно ничего не сможем заснять, показать. Поэтому я снимаю сейчас. Что тут ждет? Как тебе?
себе осознавать, что даже у нефти есть своя песня. У меня есть у школы, этого достаточно. А у тебя нету? Напишу. Ладно. Когда? Завтра. Все, смотри, завтра слушай. Приезжаю с этого, как бы на собранные деньги сразу снимаю студию, пишу трек. Клип не забудь. Клип мне ты запишешь. Я готов на фоне покататься. Что-то слишком долго вот это идет репетиция, только первый проход. Уже второй раз проходит, но время идет к выступлению. Непонятно что. Короче, на раскатке, на нашей разминке мы ничего не делаем. Там стоят растяжки для канатов. И то есть нам сказать просто постоите, помахайте. А на шоу, ну, когда будете уже ездить, просто по факту. Поездить туда-сюда. Кто не хочет ездить, просто помашите, то есть можно даже не ездить. Это максимально смешно, потому что фигуры то узкие, ну а на раскатке мы ничего не делаем, потому что там висят канаты для канатоходцев, якобы они потом их не настроят для себя. Поэтому у нас лафа походу. Готов? Да. Чему? Не убей только. Короче, никакой репетиции не будет, у нас будет сразу по фристайлу шоу. Ты рад? Быстрее закончим, да? Где-то там. А, не покажу, все. Вот его покажу. Что там, собачек рассматриваешь? Короче, как обычно, трюков нифига не было. Хотя сделал флип, но когда уже перестали снимать. Ну, у меня чуйка, видимо, на камеру, что только она пропадает, начинают появляться трюки сразу. Но ничего, на релакс, просто туда-сюда покатались. Редкий тут пейзаж, нормально? Да, кайф. 10 тысяч. Городок на спонсор. 10 тысяч. 9 часов работы. Вот об этом подумай. Короче, решили прогуляться по Альметьевску. Вот этому Гаврику нужен электромагазин, электроники, ДНС. Ну и заодно смотрим на местные пейзажики. Красоту, так сказать, архитектуру. Я и пацаны обсуждают, сколько надо проводить тренировок за месяц. Я считаю, сколько бы не провел, всегда мало. 200. Ну блин, у меня... От тебя 200. От меня 200? Да. Пока что 151. Но так. Будем стремиться. Ты говорил 140. Ну, как видишь. Во время шоу были, короче, крутые тачки привезены, которые мы же, само собой, не видели, потому что мы были за кулисами. Но мы сейчас идем, и мы их спалили. Сейчас я вам покажу. Вот это все.
комментариях. И ставьте лайк, подписывайтесь. Всем удачи.